Добрый день, Одещина! Престославные представители Ивановского, Любашовского, Ширяевского. Который как придаток в этой стране. В прошлом году только за счет аграрного сектора 17 миллиардов государство получило валюты. Благодаря тому, что в свое время была создана аграрная партия, когда распадались колхозы, единый налог для предпринимателей, для среднего мелкого бизнеса, отстаивая свое право. И сегодня мы выращиваем уже из по 130 и по 170 центнеров урожая кукурузы. Все эти проблемы, которые нам создают и хотят уничтожить нашу отрасль, мы говорим, что мы против этого. Мы против такого правительства. Правительство, которое не участвовало в выборах, которое нет поддержки среди людей. И они говорят, нельзя отправить правительство в отставку, потому что бюджета нет. Нам не нужен их бюджет. Пусть уходят, приходят новые люди и предлагают то, что мы хотим. Чтобы нас слышали, понимали, и мы знали, что мы выведем не только свой сектор экономики, но выведем всю экономику нашей страны, дадим прирост объема, поднимем зарплаты, и люди будут жить слепом и в мире. Я всем вас благодарю за то, что вы вышли поддержать нас. Спасибо вам, что вы стойкие, вы закаленные.